Банда жестоких грабителей появилась в Нижнем Новгороде. Их жертвами становятся одинокие старики. Это черные люди. Это черные, это гастарбайтер, по сути, похож. Я знаю, что у вас есть деньги, то пенсионеры. Давай вас возьмем, бока все. Они от утюга отрезали эти самые провода, его связали. Можно затыкать и завязывать, и ноги скручивать, и руки. И сегодня же мы расскажем о двухлетней девочке, родители которой утверждают, что она лишилась зрения из-за ошибки врачей. Все подробности сегодня в 19:00.